Попробуем это. Может доехать. Ну чё ты там? М? М? Ну чё ты там? Я не понимаю, что делать. Так ты делай. Ну? Во. А то чё я просто так езжу? Это уже к тебе, да? Угу. Катушка. Просто я тут за рулем врезаюсь и через окно вылетаю. Жизни почему не падает? Так на карте же указано. Ну давай догони свой вертолет. За ним надо ехать. Его надо убить. Блять, чё он убивается-то, гандон? На, блять, всё, разъебал в говно. Опять сделки на хёмы. Oh,
А ты нафига, я поесть хотел. Ну ладно, пофиг. Все, пора гнать. О, мы не одни здесь были. Это полегче. Бедняк. А ты что не едешь? Еду. Он застрял просто сам на лице. Только это, блин, взял оружие. В трансформерах такая же фигня, когда убиваешь какого-то громилу, забираешь у него оружие, пока превращаешься в машину или в самолет, у тебя это оружие остается. Вот вообще всегда бестило, 10 раз игру прошел, и все время нельзя было взять. Это было сложно. Ты что сделал? Не знаю. На трамплин наехал. Сократил на нее. Че, я себя сократил? Пытался. Все. All right.
Дофига еще чего. Еще сюжетных мест куча. Надо еще с этим, надо еще с этим поговорить. И все, сейчас просто разговор будет. Миссия просто до этого доехать и все, и ничего не надо делать. Подожди. Ехали. Почему твоего персонажа никогда нету в катсценах? Так потому что у тебя свой персонаж, у меня свой.